Калип у вас был миллион белорусских рублей, как бы вы его потратили? Он у меня есть, но покуда я не знаю, как их потратить. Вы миллионер? Миллион белорусских рублей. Ну это, как правило, меньше $100, правильно? Поэтому на данный момент $100 это ничего. Наверное, отдала бы детям на благотворительность. Мне так кажется, дети нуждаются в этом. А вы? А я бы в Макс ходила. У меня есть миллион рублей. Вы миллионер? Ну, конечно. Представьте себе, коли ласка, ну, вельми цікаво. Иванчик Владимир Павлович. У меня есть миллион белорусских рублей, я каждый день его трачу. Вы миллионер? На разные речи. Да. И у вас расскажите, как вам живется, как вы тратите свои миллионы? Как я трачу? Покупаю ежу, одежду, обуток. Ежа самая значная утрата. На самом деле, як звичайні люди, то пішов до крами, там набив там їжу собі додому, там не відомо. Може, подарунок зробив дівчинці своєї. Ну, нужно подождать, когда у тебя появится два, и тогда что-нибудь купить. Наверное, ребенку памперсов. На миллион. Ну да. Мое кохание уже на миллион каштує. Целый миллион. Это целый миллион. Купил бы жене туфельки какие-нибудь. За миллион? Ну, летние, да. Это ж не зимние. Ну, по-моему, позолоченные. Не, ну да, позолоченные только. Припыленные трошки. А его ни на что сразу не хватит. Я говорю, это ж целый миллион. Целый миллион. Ну, наверное, купил бы месячный запас туалетной бумаги. Ого. А только бы на месяц? Ну, хотя, в принципе, наверное, на еду бы не осталось, потом хватило бы на дольше. Для семьи. Помочь, если какие-то нужны денежные проблемы. Или купить что-нибудь, подарить. Ну, например, что бы ты подарил? Ну, маме подарил бы какое-нибудь колье. На чай, наверное, я кроме чая больше не трачу на последнее время ни на что. Ну, а сколько можно грабательно выйти за миллион? Сейчас скажу, по 20 тысяч 50 стаканов. 5 минут, можно сказать, тому назад у меня было в кармане 5 миллионов. Я их поклал в банк на проценты. Только так сейчас советуют, чтобы не носить в кармане. Можно было бы сходить вдвоем в ресторан, не очень дорогой. В Лидо? Да, наверное. Добрый день.